люди! Что будем делать дальше? Да коли мы будем бежать от врагов, если не сегодня, то завтра они сюда придут. Отвечайте. Нам уже некуда бежать. А что, если построить крепостную стену? Она защитит нас. Ну что ж, тогда приступим к делу. Стена нужна жертва, и это должен быть самый достойный джигит, который скрепит с собой нашу стену. Есть ли среди вас такой? Да, есть! Это я! Подойди сюда, сын мой. Стойте! Остановитесь! Что случилось? Мы что-то не так делаем? Почему? Освободите его! Слушайте все, к
Почему нам крепость, если у нас есть такие отважные сыновья? Они крепче любых каменных стен. Сила героя сильнее крепости.